Глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев, а также начальник финансового отдела администрации доставлены на допрос по делу о хищении 9,5 миллионов рублей. Обвинение чиновникам пока не предъявлено. Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ и МВД провели обыск в рабочем кабинете чиновника и в его домах в селе Бабаюрт и в Каспийске. Оперативные мероприятия проводились по факту возможной причастности Карагишиева к хищению бюджетных денежных средств в размере 9,5 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт здания средней школы номер 1 села Бабаюрт.